Аттракцион «Сюрприз» стоял на этом месте более 20 лет. Треть этого срока он не работал. Восстановить его оказалось невозможно. По заключению экспертизы, металл качелей изношен. Конструкция могла упасть на прохожих. По мнению Натальи, это не единственный небезопасный аттракцион в городском саду. На солнышке, например, боимся, то есть я не пускаю. Паровозик не так страшно, то есть он никуда не должен свалиться, собственно говоря. Мама! Если, может быть, заменят на какие-то новые, может быть... Будет очень, конечно, неплохо. Среди претендентов на снос и визитная карточка города – колесо обозрения. Аттракцион не работает 5 лет. За это время крепления и кабинки для пассажиров проржавели. Сломанным оказался и вращающий механизм. По заключению экспертизы, восстановить колесо можно, но на это понадобится 1 миллион гривен. Примерно столько же стоит новый аттракцион, говорят в парке. В течение нескольких лет люди готовы на паритетных началах установить это подобный большой аттракцион. То ли это колесо обозрения, то ли что-то грандиозное на этом месте. Ну, может быть, это американские горки большие, либо новый современный аттракцион. Если колесо обозрения демонтируют, его сдадут на металлолом. Вырученные деньги должны компенсировать затраты на снос. А если, конечно, уберут, ну... Хотя, с другой стороны, они достаточно старые еще. Я в своем детстве на них каталась. Так что я думаю, что надо обновлять парк. Хотим установить новые механические аттракционы постепенно, в течение 3-5 лет, полностью восстановить, обновить механические аттракционы городского сада. По словам Дмитрия Визенкова, в следующем году в городском саду появится как минимум один новый аттракцион. Его планируют установить на месте сюрприза. Приблизительная стоимость карусели от 35 до 50 тысяч евро. Деньги на покупку качелей выделят частные предприниматели и из местного бюджета. Ольга Шилкина, Светлана Кихтева, «Панорама».